Пришла офигенная посылка, которую я долго ждал. Сейчас мы ее... Так, смотрим. Это, конечно, стоит посмотреть, потому что эту посылку я ждал. Долго ждал, на самом деле. О, а может это не оно? Я думаю, оно по размеру, получается оно. Это SmiteDash Cam Pro. Видеорегистратор, новый видеорегистратор. Все, подробнее. Но это крутой видеорегистратор. Обзор должен быть интересным. И вообще он мне нравится. Поэтому чуть позже будет полный обзор этого события. Приступим к обзору. Скрываем, значит, эти две посылочки. Здесь какая-то штуковина. Это отдельно. Этот регистратор, чем он хорош, чем он плох, он может быть идти с модулем GPS и без модуля GPS. Вот это модуль GPS. Что удивительно, он дорогой. Он дорогой. По закону, по идее, я должен был бы получить растаможку какую-то, но, к счастью, ничего не было. Все то, что заплатил, то и пришло. То есть ни копейки больше не пришло. То есть я даже удивился, потому что раньше такие вещи я заказывал, мне приходила какая-то там растаможка. Может быть, что-то поменялись правила, я этого не знаю. Все может быть. Ну что, хорошая упаковка внутри, я смотрите. Внутри она про этим, как его, полиэтиленом, поролоном упакована. Так, это вот крепление. Ага. Ясно. Такие вот вставки. Ну, упакован шикарно, честно. Очень хорошо. Еще, две липучки. Одна липучка и вторая, я понял. Это я понял. Что тут еще? Это зарядчик. Ну да. 1 ампер, 2 ампер. Супер. Супер, супер. Это что такое? Ха, ковырялка. Какая-то ковырялка. Интересно. Так, тут всего много. И еще, ну это провода, видимо. Провода. Да, о, какой провод шикарный. USB провод, не прикуриватель, а USB. То есть это сюда. Видите, как продумано. Еще остается место для второго USB. Длинный провод, я тут думаю, 1.3 метра он. Микро этот USB. Значит, крепеж его интересный очень. Первый раз такой регистратор у меня, что крепеж на стекло. То есть вот видите, как он крепится. Это крепится на стекло липучкой. Вот это странно, да? На стекло липучкой. А уже на липучке, на крепление вешается, вот он, хоп, повесился. И точно так же крепится этот модуль GPS. Если это без модуля GPS, если просто я хочу пользоваться регистратором. Если я хочу GPS, а я хочу GPS, вот тогда на стекло клеится вот этот модуль GPS. И на него уже, упс, вот так вот на контакты садится регистратор. При этом угол обзора по горизонтали 160 градусов. Ну и вот можно вверх, вниз крутить. Есть угол по вертикали, хотя больше он не дает. Но больше не надо, там уже небо. Влево вправо, к сожалению, нет. Вот это, конечно, может быть какой-то недостаток определенный. Ресет осуществляется power button, нажать и держать 15 секунд. Мы снимем пленочку, потому что, о, кардос, такой вот вид у него. Нажмите кнопку рекординг. Тут подсказки, смотрите, очень интересно. Зелененькая — это рекординг, нон-рекординг — синенькая, эррор — красненькая. То есть синенькая горит — это не записывается. Так, паркинг сурвиланс, ну пусть будет. Паркинг сурвиланс — это такая штука, когда я останавливаюсь на парковке, он переходит в такой режим ждущий. И в случае или толчка машины, он автоматом переходит в режим записи. Видите, как удобно. Последовательность установки.
То есть он сразу предлагает, чтобы не искать. Давайте так и сделаем. Так, запускаем приложение, настраиваем его сюда. Подключили мы это дело. Поставил модуль GPS, соединил с приложением. Но тут надо заметить такую вещь, что советую не сканировать, вот как я в телефоне сканировал код с этого регистратора. Он меня завел в какие-то дебри. Ничего не получалось установить. Короче, то есть результат был такой, что надо было поставить приложение с Store магазина, а не оттуда, откуда ссылка на регистраторе, потому что не смог зарегистрироваться, ничего. Как только поставилось приложение, все пошло. Wi-Fi. Это на режим настроек. Вот, тут мы можем порыться. Здесь есть Wi-Fi hotspot, это точка. Чувствительность. Ну, те же самые настройки, что через приложение, можно просто кнопками здесь. То есть, в принципе, удобно. Ну, удобнее же через приложение, правда? ADAS Disable. ADAS – это система помощи на дороге, которая замечает разметку, замечает съезд с полосы. Как она будет в наших условиях работать, неизвестно. Это все в режиме тестов проверим. Все, ничего нету. Настолько мало настроек. Это время. Так, теперь осталось его только установить в машину и посмотреть, что будет реально на дороге, как пишет, выложить качественное видео. Напрямую. Пока ехал, вот регистратор только поставил, смотрите, и сразу чуть ли авария не случилась. Нормально, регистратор себя отрабатывает. Ну, непривычно. Регистратор непривычный, но есть у него примочки. Вот реально, наверное, в этом есть прелесть этого регистратора. Вот смотрите, сейчас остановлюсь, допустим, вот стоим на перекрестке, он снимает, горит зеленый светодиод, хотя все так, все как-то так не очень понятно с индикацией, но лампочка тускловата, если солнечный день, фиг поймешь. Take picture. О, смотрите, как классно. Еду за машиной, вот к примеру. Подъезжаю я к машине, и я захотел зафиксировать номер. Take picture. О, супер. Рекорд видео. Start recording emergency video. А, торопиться не надо, видите? То есть помимо того, что он снимает видео, он его еще запишет в аварийные видео, те, которые не стираются. То есть вот сейчас он происходит запись. Рекорд аварийного видео. Recording complete. Как бы хороший регистратор, все в нем хорошо, но есть определенные минусы. Вот, например, я не вижу коррекции. Я посмотрю, как это выглядит Recording на видео. Complete. Но, скорее всего, ну, по крайней мере, нету в настройках корректировки экспозиции. То есть бывает засветлено или затемнено, чтобы это в ручном режиме. Это раз. Во-вторых, я не вижу скорости, хотя есть GPS-режим. Снимает. А еще, что неудобно, во-первых, нет индикатора батарейки вообще. То есть, с одной стороны, это неплохо, но я в данный момент не понимаю, вот он сейчас подключен, пишет, а я не понимаю, когда он от батарейки работает, когда от питания. Нигде это, по крайней мере, я не понимаю, нигде не указано. Нету, как обычно, батарейку воткнул. То есть, чтобы проверить, он сейчас работает от питания или не от питания, мне надо выдернуть провод из прикуривателя. Он тогда там ругнется, чтобы питание пропало. Звук подаст. Тогда можно понять. Но вот так визуально, вот нигде на панели нету индикатора, что он сейчас запитан от батарейки. Это вот такие замечания, пожалуй. Во всем остальном я уже попробовал. Очень удобно пользоваться Wi-Fi. То есть это, конечно, упрощает все. Мне не надо скачивать всю там, снимать его. Я прям в машине могу скачать на телефон, потом просто положить это куда нужно, положить, обработать. В общем, очень удобно. В этом плане, конечно, Wi-Fi это супер.